Привет, привет! Давай разберем с тобой твой текст. Вот, значит, как объяснить, что сейчас уже нет такой очарованности, загадки, что ли? Неужели меня, как у мужиков бабников, потерялся интерес после того, как я добился, чего хотел? Ну, я не сторонник что-либо объяснять, понимаешь? А я посмотрел здесь на то, вот, что тебя в определенной степени что-то влекло, да, в том числе и интимная сфера, вот, что ты хотела что-то получить в этом, вероятно, ты получила, и что изменилось потом. Опять же, очень важна векторность. Дело в том, что, и как я уже говорил, можно хотеть самому получить удовольствие, а можно хотеть другому человеку доставить удовольствие. Вот как часто тебе хочется доставить именно своему партнеру удовольствие в сексе, я имею в виду. Это интересный момент. Допустим, потому что сама в этом направлении не работаю, но какой-то невзрачный захмурочка разве чем-то привлек бы внимание? Да, возможно, потому что невзрачный захмурочка – это лишь только одна сторона. Невзрачный захмурочка может проявить себя и иначе. Харизматичность – яркая черта. Она, что называется, на виду. Как бы здесь очень важно то, что яркие черты человека, харизматичность, там, доброта, очаровательность и прочее, прочее, это то, что хотим мы. То есть мне это нравится, я хочу это от тебя получать. Но как насчет другого вектора? Что я хочу сделать тебя счастливым, я хочу тебе отдавать. И это снова возвращает нас к вопросу о том, хочется ли тебе что-то отдавать, хочется ли тебе что-то дарить мужчине. Вот. Так или иначе, все равно человек чем-то привлек. Один харизмой, другой красными глазами, но все равно кто-то привлекло. Не может же быть, что просто захотелось что-то, что движется, пофиг кого. Вопрос, опять же, что есть привлечение? Привлечение может быть в направлении получения чего-то, а может быть в направлении отдавания. Вот. Меня привлекали. Так, значит, в основном в нетрезвом состоянии, даже не могу описать, чем именно цепляли, какой категории это отнести. Опять же, я не буду здесь пускаться в объяснение, я бы просто поисследовал то, чего тебе хотелось больше. Получить что-то или отдать, подарить что-то. Вот. У какого-то психолога слышала про коллекционирование людей, может, я из такого разряда. Опять же, эта история чисто про вот, домыслы. Вот, домыслы. Вот. Я думаю, что твой интерес связан именно с тем, что ты больше ориентируешься на то, что хочешь получить. Вот. И если смотреть на то, что ты хочешь человеку дать, то вот это может куда больше продлиться, чем два раза. Вот. Как-то так.